Какие личные качества вы цените в ваших сотрудниках? Как кстати. Да ты у двери была. Тоже обладаю. Вот. Ну, немного, правда, много есть. А так... Неэкономно, да, входится? Немного. Ну, большое спасибо Айке за то, что действительно и подругам тоже рассказывает про наши приборы. Да. Меня поднять или я в яме? Наоборот, мне лучше пониже, чтобы мы все смотрелись нормально. А она теперь выше. Ничего. Она у нас это, звезда. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодня у нас будет влог о моей работе. Я уже очень давно обещала вам снять подобное видео, точнее, где-то 2 недели назад я спросила у вас, хотели бы вы видеть подобное видео на моем канале, и вы ответили просто единогласно «да». Мы уже сняли это видео, и даже какую-то часть я уже смонтировала. На мой взгляд, получилось интересно. Надеюсь, что вам тоже понравится. Немножечко побудем у меня на работе, познакомлю вас с моим двоюродным братом, затем покажу немножечко покупок. Давайте не будем терять ни минуты и приступим. Вот как раз ко мне сегодня на работу в гости должна прийти, как вы думаете, кто? Моя лучшая подруга Аска Фатима. А вот и она. Как кстати. Да ты у двери была. Хорошо, отлично, присаживайся. Сегодня мы будем рассказывать, Фатик тоже, про нашу продукцию. Mm-hmm. Чем занимается компания? Тебе же интересно. Mm-hmm. Ты же любишь строительные штучки. Давай, я уберу, присаживайся. Давай. АСМР кофе. Так, сейчас. Как тебе кофе моего приготовления? Очень классно. А, это крышка у вас так. Я думаю, это мы такие. Так. Меня поднять или я в яме? Наоборот, мне лучше пониже, чтобы мы все смотрелись нормально. А она теперь выше. Ничего. Она у нас это, звезда. Я такая. Голубого экрана, ладно, для тебя. Вот мы уже все уселись, и теперь подробно будем рассказывать про наши услуги компании Spectre Engineering. Подробно нам расскажет об этом Джабраил Мэри, также будет слушать это все моя подруга Сквотима. Начнем с того момента, что все считают, что инженерный бизнес это вообще не для женщин. На самом деле это не так. А мне кажется, очень важным моментом здесь является предоставление покупателям именно той продукции, которая действительно им необходима. Для этого необходима правильная консультация клиента, который обратился, например, в нашу компанию, правильно? Конечно, да. Что мы можем на данный момент предложить нашим покупателям? Ну, здравствуйте, как еще надо говорить? Поздоровайся с аудиторией. Я хочу вам представить моего двоюродного брата по совместительству моего начальника, так скажем, Джабраил Мэри. Прошу. Здравствуйте все наши телезрители. Оказавшись в такой прекрасной компании, я буду рассказывать вам о технических нюансах. Как хорошо сказала Айка, она наш главный сотрудник, она лицо компании. Не говори. Да, потому что техника это такая вещь, которая, мне кажется, что не подвластна женщинам, но бывают исключения. Техника это мой конек. Да. И поэтому на самом деле, чисто с мужской точки зрения, мне всегда было интересно разговаривать с девушкой, которая знает о технике и может действительно об этом что-то рассказать. И то же самое наши клиенты, они с удовольствием послушают о технике из женской презентации, нежели это будет рассказывать мужчина. Да, что есть, то есть. Да, поэтому здесь как бы стараемся, чтобы и вам, клиенты, слушатели, было интересно, и также у нас развивались кадры. Она, конечно, нас тут очень сильно своими идеями, креативностью вдохновляет. Фатя у нас сегодня в гостях, ей тоже было очень интересно ознакомиться со спектром наших услуг. Давай все-таки подробно расскажем именно о том, что мы продаем, что мы можем предложить нашим покупателям. Айка мне рассказывала, что у вас есть такие приборы, которые помогают сберечь энергию, воду, так как сейчас весь мир движется к тому, чтобы беречь наши ресурсы. Чтобы защитить нашу экологию. Расскажите, что это за приборы и как они нам помогают. Ну, большое спасибо Айке за то, что действительно и подругам тоже рассказывает про наши приборы. Да. На самом деле у нас есть частотные преобразователи, которые
все больше и больше применяются в различных сферах нашей жизнедеятельности, что и в зданиях, что на заводах, на фабриках, даже в системах полива. То есть везде применяются частотные привода, которые позволяют нам в конечном счете, конечно, экономить электроэнергию. Так что все, что сказала Айка, это поддерживаем правильно, так оно и есть, так держать. Вот. А еще у нас есть насосы. Как вы знаете, в Баку, например, все новостройки, они пользуются не центральным водоснабжением, а у каждой новостройки есть свои насосы. Правильно, мы можем предложить нашим клиентам такие насосы. Очень мощные, хорошие. Так что обращайтесь к нам. Что ты можешь сказать по поводу насосов? Ну, тут мне просто нечего добавить, потому что все уже сказано. На самом деле, наши насосы элитного сегмента, нас насосное оборудование Вилла. Да, это, ну, как бы сам бренд говорит сам за себя. Вот. Так что по насосному оборудованию мы настоящие профессионалы, ну, в том числе и на Айка. Насосы я особенно люблю. Особая моя любовь к ним. Айка рассказывала, что у вас оборудование очень качественное, что на него дается гарантия. Да. На какой срок вы даете гарантию, например? Если ты позволишь, на этот вопрос отвечу я. Вся наша продукция, она сертифицированная, она оригинальная, и на нее мы даем гарантию 12 месяцев, то есть это 1 год. Если в течение этого периода что-то произойдет с нашими товарами, то мы несем ответственность за это. Я знаю это не понаслышке, потому что сама заполняю эти гарантийные талоны. Вот. Поэтому можете быть уверенными в продукции. Ну, конечно, я полностью поддерживаю. Тут как еще не поддержать такие правильные слова? Это отлично, потому что я, например, не куплю продукцию без гарантии. Я всегда, чтобы не покупала, тем более, когда это касается техники, я слежу за тем, чтобы у продукта была гарантия. И я чуть-чуть добавлю, что на самом деле с каждым годом требование населения к качественной продукции, оно растет, потому что купив один раз некачественный товар и при этом оставшись лицом к лицом, значит, с проблемой, да, и приходит, так скажем, на основании горького опыта понимание, что нужно покупать качественные вещи, потому что именно качественные вещи, они служат дольше, они выполняют ту функцию, для которой они предназначены, поэтому требование качества, оно повышается, и это прекрасно. Это то, куда мы все стараемся стремиться, и это касается не только качества товаров, которые мы предоставляем, также стараемся качественно обслуживать наших всех клиентов, ну, благодаря, конечно, таким прекрасным кадрам, которые меня окружают. Да, спасибо. Какие личные качества вы цените в ваших сотрудниках? Ну, в сотрудниках я ценю, конечно, это исполнительность, это порядочность, это, конечно, умение презентовать продукцию, то есть презентабельность, умение презентовать, ну, всеми этими качествами наша Айка. И не только Айка, все остальные наши сотрудники тоже обладают. Вот, но немного, правда, много есть. Не экономно обходится, но, знаете ли, за качество надо платить. Понимаете, вот это как бы красота требует жертв. Что вы скажете в свое оправдание, Айка? Может, я не перечислил какое-то нужное качество? И может, кстати, подруга дополнить? Подруга тоже много ест, так не надо. Она может дополнить. Я еще больше, чем Айка. Если вы хотите подробно ознакомиться со спектром наших услуг, вы можете перейти в инфобоксе по ссылке на Instagram нашей компании. И там в директе задать вопросы, которые вам интересны, ознакомиться со всем ассортиментом товаров. Также в инфобоксе я оставлю сайт, на который вы тоже можете перейти и ознакомиться. Что можешь сказать ты, Фатимочка, по поводу вообще компании? Ты здесь в первый раз. Как тебе вообще, стало ли тебе интересно, понятно, чем мы занимаемся? Да, я с большим интересом рассматривала все эти приборы. И у вас очень приветливые сотрудники. На этом мы будем, я думаю, уже закругляться. Мы надеемся, что это видео вам понравилось. Вот эта вот часть нашего видео, так скажем. И если вам понравится, то мы будем почаще заходить к Джибрил Мелиму и снимать видео. Ну, мы всегда рады видеть вас, что в качестве наших друзей, что в качестве
так скажем, подписчиков, этих прекрасных дам, которые наделали много шуму, хоть нашими клиентами, хоть в нашем офисе, всегда мы готовы, рады, дверь для вас всегда открыта. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. А, да, да, до свидания. Также в этот блог я решила включить и свои покупочки, которые купила буквально вчера. Вроде бы вещей немного, но показать все это хочется. Отдельное видео снимать и показывать чисто покупки я в принципе могу. Много чего я купила за последнее время. И не только вот это. Вот есть некоторые вещи, которые я уже начала одевать. Еще кое-что из бижутерии, из косметики и так далее. В общем, есть материал на целое видео, но я подумала, это никому не интересно. Просто во влоге кратце вот так вот покажу и расскажу. И давайте начнем. Первое, с чего я хочу начать, это вот такая вот кофта нежно-голубого цвета. Она была еще и немножечко потемнее. Сначала надела ее, подумала, все, беру. А потом, когда я увидела этот нежный оттенок, я решила взять именно ее. Один раз его надевала для видео, которое вы можете увидеть в моем инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Я сняла в этом свитерочке. Очень интересное видео, которое есть в моей ленте. Я наподобие кофту видела на своей одногруппнице где-то год назад. И как вы знаете, я очень люблю, когда в кофтах открыты плечи. Я думаю, блин, надо такую же найти и купить себе. Как-то мы гуляли с Шелли, увидела эту кофту и думаю, все, беру. Как только я ее увидела, я даже не померила. Я уже знала, что я ее 100% возьму. Надела, понравилось. Немножко полнит, правда, но в моем случае это небольшой минус. Потому что я сама по себе худенькая, и если в одной кофте я буду выглядеть чуть потолще, ничего страшного. Что касается свитеров, купила себе еще вот такой. Тоже очень приятный на ощупь. Я вообще, когда покупаю любую одежду, без разницы, это куртка или обувь, вот когда я трогаю, я должна ощущать такой тактильный контакт с вещью. Я должна полюбить ее по ощущениям. Мне нравится, когда вот так вот трогаешь вещь, и она прям приятная к телу. Я это обожаю. Я не очень разбираюсь в тканях, не могу отличить синтетику от хлопка, например, и так далее. Но вот когда я трогаю, мне должно быть приятно. И по этому принципу я купила все эти вещи. Самая главная фишка, которая мне понравилась, это вот эти вот встроенные перчаточки, так скажем. Очень мне нравится. Единственный момент, мне кажется, мне немножко большеватая, не совсем вот прям облегает меня. Я думаю отдать швее, чтобы она немножечко ушила, потому что не взять я не могла, потому что она меня целиком и полностью просто устраивала. Единственный момент, чуть-чуть большеватая. Хотя это тоже на любителя, кто-то скажет, что это вот самое то. Купила себе вот такую вот куртку. Она тоже очень-очень легкая, очень приятная на ощупь. Вот ее прям хочется трогать. Потом я подумала взять, чтобы прям перекантоваться буквально месяц. Эту куртку купила я ее за 80 манат. Мне кажется, это недорого. И последнее, что я вам сегодня покажу, это обувь. И она, знаете, настолько странно была упакована, что я аж прям заржала, когда увидела. Каждая пара обуви была в двух мешочках. Вы когда-нибудь видели такое? Видела, чтобы в одном мешочке, но в двух. Один такой, знаете, махерчатый, а другой вот такой вот. Еще плюс здесь был дополнительный пакет. Короче, куча хлама ненужного. Ну вот, сейчас не об этом. Покажу вам мои. Значит, эту штуку можно вообще убрать. И, в принципе, смотрятся они очень красиво. Но мне нравится именно с этой штучкой. Это не натуральный мех. И последнее, что я вам покажу, совсем забыла вам показать. Это вот такая вот юбочка с Микки Маусом. Мерить ее я не буду, потому что купила не себе. Купила за 28 манат своей племяшке. Мне кажется, на ней будет смотреться просто шикарно. Кажется, что эта юбка огромная. На самом деле это не так. Это размер 36. Я попробовала напялить на себя, но мне она маленькая. Думаю, что ей как раз-таки будет впору. И сзади давайте вам покажу. Сзади выглядит вот так вот. Простенько, не очень коротенькая.
Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Если вы хотите также участвовать в вопросах, какое видео мне снять, или просто позадавать вопросы для следующего видео, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе, ссылка будет прикреплена в комментариях. Даже не знаю, чем дополнить это видео. Всем пока!